случайно получилось. Не, соперник сопротивлялся, они все, они молодцы, молодые, эмоции, все дела. Мы такими тоже раньше были, когда были молодыми. Ну, аргентины просто мы сильнее, у них состав не весь пришел, наверное. Поэтому так бы, может быть, у них были шансы, так и шансы. Ну как, просто зависит от того, какие цели кто ставит. Если человек ставит цель развиваться, так у него любой выход на площадку, тренировка, игра, это всегда работа над собой и какие-то позитивные моменты. Поэтому трудно сказать, но, наверное, это хорошо, то, что он есть, и то, что есть возможность играть летом, да, и в хорошем зале с хорошими соперниками. Ну, я думаю, что мы, Глория, московские, первая команда. У нас, наверное, наш старый опыт все-таки. Если все придут, и Гюнтер будет, да, например, здоров, вот, и остальные ребята будут все в порядке, то у нас, наверное, опыт для всего. А у них, наверное, мотивация и молодость, задор, напор. Ну, а на чьей стороне будет везение, это тоже важно. Надеюсь, что наш, если мы выйдем, надо еще до финала дойти. Я думаю, что он может подобрать команду менеджеров грамотно. Не обязательно баскетболистов, а просто людей, управленцев, потому что я думаю, что не хватает управленцев, разбирающихся в тенденциях, да, и вообще в баскетбольных делах, да. Вот. Плюс за ним стоят бренды, имя его, да, то есть именно баскетбольное. По крайней мере, я уверен, что он сможет сплотить вокруг себя всех неравнодушных к баскетболу, вычленить этого количества по-настоящему преданных людей, да, и тех, кто будет болеть душой, да, то есть и делать правильные вещи. Вот. И за счет твоего имени, я думаю, что он сможет вывести баскетбол на новый уровень популярности в стране. Потому что все-таки как у нас сердце. Как ни стараемся, все равно баскетболки на втором, третьем, четвертом местах популярности, да. И по трансляциям это видно, да, и по пустым трибунам это видно, то есть, ну, не знаю. Я думаю, что то, что он станет, допустим, кем-то в баскетболе, практически я не сомневаюсь, вот, что он сделает хорошо, это тоже не сомневаюсь. Мы шли с ними хорошо, как бы, первую четверть, но вторая четверть у нас пошла не очень хорошо, по защите мы стали очень много теряться. Поэтому, как бы, вторую, третью четверть мы пропустили очень много очков, и в четвертой уже не сумели отыграть то преимущество 40 очков, которые они сделали, ну, примерно. И можно заметить, насколько ребята, с которыми мы играли, сыграны, и по сравнению с нами, мы совсем, то есть у нас немного не налажены комбинации. Ну, во-первых, нужно иметь хотя бы таких же больших, чтобы не проиграть щит. Вот. Ну, а так, я не знаю, наверное, любая команда может обыграть, главное настроиться. Да, ну, главное сыгранность тоже, команда играет большую роль. Опыт игры с мужчинами, это всегда хорошо. Как бы каждый раз ты играешь с новыми игроками, и за счет этого как бы ты и тренируешь свою игру тоже. Да. Я думаю, да, как бы он будет продвигаться. Да, у него есть опыт в Америке, он знает, чего не хватает нашим российским игрокам, так что думаю, да. Я думаю, парень не подкачает. Во-первых, развитие баскетбола в целом, как бы. Да, физическая подготовка, игра один на один, то, что нам не хватает больше всего в российском.